Так вот это ж оно в такой игре есть там в онлайне. Просто я не помню, я тут не могу его найти, короче. А, сейчас я тебе подскажу, какое оно. А ну пошли, подскажу. Давай сейчас. Тут просто специальное седло чара. Даже не знаю, в каком он пункте. Специальное 27. Тут уже и уздечка идет, и все, да? Ну, сумки ж пока не работают. Ну да. Спасибо. Сейчас компенсацию, если заберу, куплю себе такого. Короче, все, походу я прокачал свою. У меня вот все, девятку. Здоровье, выносливость. А, опыта 1586. Единственное, что я не могу понять, соединение пишет нет. Что это такое? Черт его знает. Потому что у кого-то я видел соединение да. Что это дает? Вообще душе не ебу. Ну, типа, может, разводить можно, не знаю. Типа, если у тебя одна есть и другая, ну, оно наверняка не работает. Ну да. Здравствуйте, господа комбойцы. Привет, привет. А вы не подскажете, почему я вас везде слышу, вообще везде? Ну, потому что мы, наверное, через этот... У нас кричать у меня стоит. Через игровой говорим, наверное. А подожди, даже если мы отбежим, что ли? Я вот появился вон там вот в лесу, блин, услышал вас, пошел в оружейный магазин и постоянно слышу, как вы разговариваете. Вот сейчас я уберу кричать, отойдем. Подожди, а где-то убирать? Пейдж даун. Вот я уже поставил машину. Так-ка, отойду, посмотрю. Пошли, отойдем. Или ты отойди. А, вот, да, кричать. Вот на таком расстоянии, если вы меня слышите. Диапазон у себя на пейдждаун поставь громко. Сейчас меня слышите? Сейчас слышу. Ты поставил громко, да? Да-да-да, вот на таком вот расстоянии, как я стою, вот на таком слышно. Но это громко стоит. Очень близко. Ну, близко. Я, кстати, об этом тоже не знал. Близко, вот поставь, близко нормально. А, близко ставить, да? Да. Все, поставил близко. Извиняюсь, я просто там в этот момент там упражнение делал. Это значит, что у тебя не куплено... Ты покупал лошадь, приобретал? Да, слышно меня тоже. Да, слышу. Я не помню, я заходил, наверное, месяц назад. Ну, если у тебя через Джей вот, в инвентаре нет лошадей, значит, ты их не приобретал.
Или вполне возможно, если ты вспомнишь, если ты их приобретал, то ты должен получить компенсацию. Вот. Понял. Через этого губернатора. Он в Сен-Дени находится. Понятно. Слушай, что-то не могу понять, а сколько лошадь стоит тут? Я ковыряюсь, а где цена? А смотри, ты сначала у тебя появляется разновидность лошадей. То есть там фокстроттер, арабская, нажимаешь, и вот когда уже ты входишь в саму, допустим, в арабскую вошел, и там уже типы идут лошадей там. Вот там уже цены указаны. А, да, вот, все, разобрался, да, и характеристики, и цены сразу же, еще раз надо нажимать. Да, просто. Да. Самые дорогие это арабские, но опять же там тоже по типу. Туркменские, еще там какие-то есть. Я даже не знаю этого, сразу же нажал на туркменскую, да, там они за 70 косарей. Да. Ну, там 10, 7,5, а соответственно, там арабская, там черная, там, ну, это как типа эксклюзив, блядь, 200 штук, не знаю, или такая цена, блядь, ну ладно, как говорится, без комментариев. Тебе какого-нибудь Моргана надо взять, да, там? Честно, вообще, ну, разницы, ну, блядь, ну, может, ты там ощутишь, ну, опять же, это... Я же говорю, если только участвовать, блядь, какие-то там гонки с Сен-Дени до, блядь, до Армалдил или как она там. Ну, блядь, смысла вообще не вижу. Чисто если денег никуда девать. Я он себе эту взял, блядь, кобылу, доволен. Вернее, жеребца, блядь. Ладненько, пойду там еще... хотя подожди, я тут хотел тоже посмотреть кое-что. Так, сейчас. Да. Ладно, спрашивай, если что. Краснокожего видел только что. Проехал, блин. О, а ей еще седло надо, что ли? Ну, конечно. Это все должен седло купить. Эти... Времена выбрать. Ясненько. Ну ладно, пойду посмотрю, что там за телеги. Когда посмотри, это так спецсвязь можешь зайти там и у ребят так чисто напрямую поспрашивать.
Hey, friend. Стоять. Куда едем? Ну здорово, здорово. Напугать не получилось, конечно. Хреновый ты мне, бандит. Да я просто в себя ушел. Я понял. Я только что пытался понять, что мне с этой телегой делать. Можешь объяснить? Так, а это что за телега? Она называется рабочая... это ваша телега, личная. Да, да. Только я ни хрена не могу понять, нахера я ее купил. Да, ну нахера вы ее купили. Эта телега, она нужна в основном, чтобы складывать туда добытое там. Ну, в общем, как транспорт в армии тоже самое. Ну вот, я только что убил курицу какую-то, вот прямо там наверху. Может, слышали свои выстрелы. Пытался ее положить, а как ее положить? Нифига. Нет, смотрите, вы должны ее разделать, запчасти упадут от курицы к вам в инвентарь. А затем вы то, что у вас в инвентаре, можете сюда положить. Через какую кнопку? А ПКМом здесь нужно нацелиться. Я вот сейчас не помню, потому что у меня телеги нету. Так, слово «багаж» появилось, но не работает. Так. Бывает такое, пропадает. Не работает. Нет, надпись есть, нет? Багаж, да. G, взаимодействие с багажом, а ну, не включается. А, пробел нет? Не-а. И именно вот по-русски написано. Отогнать C, багаж, G. Ну-ка, если отогнать, что будет? Пропадет, наверное. А не работает, да. Ничего. И, в принципе, даже другой человек может заглянуть к багажнику, когда вы его откроете. Во, заработало, вот с этой стороны. Есть, вот багажник ваш. А, смотрите, когда вы нажали G, у вас должно появиться взаимодействие... Как локер, ну, сейф, пробел. О, вот сейчас вы закрыли багажник, и все, у меня он тоже пропал. Да, он работает, ну, по крайней мере, вот с этой стороны он точно заработал. Сейчас я с той стороны проверю. Угу. Да, заработал, просто какое-то затупление было. Положено.
Так, а вот если возвращаться к телеге-то, вот я ее купил, и что мне с ней делать-то? Я могу что-то возить или что? Их берут, да. Вы можете возить как? Вот вы поехали там мандаринов, набрали уже не в инвентарь, а в телегу полную, допустим. Вот только для этого она нужна. А так никакой миссии с этим не связано, да? Там у кого-то взять, там в каком-то магазине, нет? Нет, нет. Это вот как в армии транспорт берешь чисто для своих нужд. Все. Допустим, если дома нету, то это идеально. Я взял рабочее занятие на станции доставка грузов, а оно не работает. На какой именно станции? В этом, вот как город здесь, Валентайн, да, в Валентайне я взял, лошади стоят на месте, то есть они бегут, но только бегут на месте. Пока больше нет необходимости. Да, вот, кстати, еще с этим связано, я взял рабочее занятие, телега не поехала, лошади бегут на месте, я сел в свою, и маршрут меня ведет куда-то. Вот я, кстати, по этому маршруту ехал, куда он меня ведет, понятия не имею. А, интересно, интересно, если вы на маршрут до маршрута доедете, на этой телеге получите ли вы прибыль? Поехали, посмотрим. Может быть, получится. Давай. Ну и также легендарную охоту вот добавили. Правда, никто что-то не охотится. Я не пойму, почему. А мне сейчас сказали, что она вроде как не особо хорошо работает. И я уже спрашивал про эту охоту. Кто-то говорит, что им выдает обычных животных. Ну, я проверю, потому что я пошел, я тигров завалил, я завалил кабана золотого, там, легендарного. У меня все было нормально. Вроде как-то слезть надо, да, было? И... Так, есть, вот, сдать доставку. Ну, что мы нажимаем? G или Enter, попробуйте. G, кажется. Да, да, я могу работать на своей. Вы заработали 30 баксов и 0 голды, но я доставил доставку на своей телеге. Вот, наверное, поэтому та телега и не поехала. А я еще подозреваю, что если бы вы на лошади приехали, вы бы тоже заработали. То есть это говорит о качестве бесплатных скриптов. Я его, наверное, буду удалять. Я так понимаю, предыдущая. Да, да, вот она. А, вот поехала. Сейчас я возьму. Эх, этот Redeem с Ван Сангом. Блин, как они меня просто за последний месяц просто вздрючили уже. Первый раз я вот так же, вот как сейчас, вот точно так же поставил телегу и пошел брать задание. Лошадей можно тренировать. Ну вот, продавать. Пожалуйста, видите, опять то же самое. Вот они, как они у вас? Стоит, не едет? Да, вот они как бы ногами-то перебирают, но не едут. А у меня они не перебирают. Вот сейчас я их гоню, они сейчас вообще галопом несутся у меня, вот. Но не едут. У меня все стоит. Ну и все по-прежнему. Вот они бегут, быстренько бегут, но на месте, к сожалению. Так, а ну-ка я. Теперь надо вашу телегу попробовать убрать. Тут либо в телеге проблема, либо... У меня телега ТП-шнулась, она висит в воздухе. Вы у меня поворачиваете ею, но не едет. Опа-на. Вы отогнали ее? Да, вот сюда подогнал. Ну у меня это было все очень странно. Я, наверное, в виде видео это выложу сегодня на канале. Потому что вы у меня подлетели... И улетели вот туда. Никакого анимации не было. Это значит рассинхрон. Возможно, что-то со связью. Ну, тут очень много вариантов, которые действительно могут быть. Кстати, это же можно обыграть. То есть, как бы, если вы там в этом скрипте разбираетесь, то, может быть, сделать, чтобы, если ты со своей телегой приехал, вот как сейчас, да, чтобы вот это не появлялось рабочее. А как бы на свою садишься, на своей едешь, в принципе-то. Это же работает, да? Просто надо сделать как-то, чтобы вот эта телега не появлялась. В принципе, да. Да, да. Без пав на телеге. Ты просто пришел, взял работу, получил маршрут и поехал. Ну да, да. Просто на своей. Да. Тем более, да, что это уже работает. Тогда можно оставить скрипт, да. Его только надо поднастроить. Вот. А у меня маршрут, пожалуйста. Нет. Я сейчас, если сяду, то я опять поеду. У меня маршрут проложен. Давайте ее уберем, вот эту тележку,
или давайте. Вы попробуете, не имея ее, взять. Может быть, просто я думаю, что к ней как-то подвязано. Давайте официально ее поставим, да? Цветочек опять стоит, да? Да, стоит на месте, не едет. Все понятно, это у вас, значит, рассинхрон. И я подозреваю на 99%, что если вы выйдете и зайдете заново, все будет справа. То есть перезаход это решает. Так, а мне надо полностью РДМ, да, перезапускать? Да, и, кстати, быстро выйти, чтобы с РДМа, F8 и Quit пишите, и все. Ну, попробую, попробую. Уже потом. Угу. Ну, я думаю, что просто в следующий раз зайдете, это будет работать. Скорее всего. А может, рост мешает? Маленький. Я внутри шел, блядь. Ну, ладненько, чё, поигрался, пойду я. Да, Александр, не стесняйтесь, пишите это. Мне с вами всегда приятно провести время, сходим, поохотимся. Хорошо, хорошо. Всего доброго, пойду я. Завтра я напишу про новости. Всего доброго.